Наверное, одни из самых популярных игрушечек. Это игрушки с вишневыми косточками. Замечательная вещь. Вот у нас пингвинчик. Малышам очень нравятся сами элементы. То есть, причем обратите внимание, что оно все сделано из натуральных материалов, прикреплено достаточно хорошо. И здесь они одеты. То есть, это не пуговички, которые пришиты. Они именно одеты, то есть, их снять невозможно. И это дерево. Вот что немаловажно, на ощупь на самом деле очень приятно. То есть получается вот крылышки, тут получается разные вот немножко фактуры даже получается. Такие вот ленточки замечательные. Внутри у них вишневые косточки, вот она даже чувствуется. Это у нас лисеночек, тут тоже у него лапки получаются мягенькие. То есть вот если на ощупь, на самом деле очень приятно, и внутри косточки чувствуются. Ушки тоже есть. Получается, что можно ее разогревать. Но единственное, что смотреть очень внимательно, чтобы, дай бог, она не была горячей, чтобы малышу было комфортно. Именно проверять обязательно. Точно так же и охлаждение. И обязательно ложить в игрушку, чтобы, то есть сзади стоит пакетик, обязательно ложите в игрушечку, а не просто именно вишневые косточки в своем пакетике. Потому что может быть, например, очень холодно или очень горячо. То есть в первую очередь обязательно сами проверяйте, а потом уже давайте малышу. Очень малышам все нравится, и по отзывам очень все довольны, потому что действительно очень полезная и интересная вещь.